Макмак приветствует вас. Сегодня мы посмотрим с вами вместе вот эту замечательную зеленую коробочку, микрофон Joymic GM47A. Для начала откроем его. Коробочку мы оставим. Значит, мы имеем кейсик, достаточно удобный, с ручкой переносить микрофон. Так, внутри кейса у нас инструкция, держатель для микрофона и непосредственно сам микрофон. Достанем. Данный микрофон Joymic выполнен корпус из латуни высококачественной. Внизу разъем XLR. Также на корпусе мы видим дополнительный бонус, это срез частот и чувствительность децибела от 0 до минус 10 децибел. Значок сердечко говорит нам о том, что это кардиоидно-направленный микрофон. Внутри микрофона диафрагма. Большая диафрагма, выполненная из специального материала, покрыта золотым обылением. Микрофон этот, он нужен для вокалистов, прекрасно пишет женский, мужской вокал, как и песенное творчество, так и работа дикторов, скажем, на радио. Также он подходит прекрасно для акустических инструментов. Вот. Техническая информация по данному микрофону можно будет зайти у нас посмотреть на сайте и прослушать его работу в наших видеосюжетах по тесту микрофона. Спасибо за внимание.